Чус. И что это там происходит? А второй где? Вот ты где, кошка Руфинский. Да, Шанчик. Они знаешь, что делают? Они открывают эту дверцу в стене, которая там к трубам идет. Ах, вы паразиты. А я думаю, что она у нас все время открытая? Барабашка, что ли, шарится? Нет, вот, две барабашки. Так. Руф-руф. Вон там маленькая дверка, там узел водопроводный у нас. За ней. Выходи, подлый Руф. А ты чего расстроилась? А ты чего расстроилась? Да, разволновалась. Этих надо убирать. Кому убирать? Ну вот этих вот. Этого слесаря-сантехника и вот эту. А как я уберу? Не знаю, как тут это убрать. Короче, решили провести эксперимент. У нас Руфи сам не вылазит оттуда. Хози решил его вкусняшкой выманить. Посмотрим, что получится. Типа он Шанель дает вкусняшку. О-о-о, суета, суета. Давай, лети. Черный плащ. Вот и все. Да, оказывается, он все понимает, все знает. Оказывается, он все знает, когда ему говоришь, выходи, выходи. Он все слышит, просто не хочет. Паразиты. Ой, счастье привалило.